Gear Best The Best. Итак, у нас сумочка для велосипеда небольшая. Она Рошвилл. Хотя, честно скажу, после покупки очков Rock Bros, смотрев какой там футляр, я хотел Rock Bros. Но такого размера не было. Итак, Рошвилл. В чем ее прикол? Она крепится на раму вот так, что мы позже очень-очень быстро увидим. Здесь вот отделение для телефона. Этот сенсор должен работать, что мы тоже проверим. Сейчас мы только посмотрим, как оно нам пришло. Пришло в кулечке, без всяких там изысканий. Нормально, good. Для телефона 5,5 дюймов. Так, тут у нас крепление на липучках. Опять же увидим, как это все будет выглядеть. Здесь у нас по бокам есть замочки и отделение. Одно отделение. Вот второе отделение. Еще с брендиком тут. Вот. В принципе, если смотреть на шов, я ничего плохого сказать не могу. Прошлый Rock Bros у меня, конечно, там где-то что-то оно висело, нитка. Но, как показала практика, это не влияет на то, что оно может порваться. То есть, короче, оно не рвется. Это какой-то кожзам, да, такая прорезиненная штука. Я думаю, довольно удобная. Липучка. Итак, вешаем на велосипед, юзаем, и я вам рассказываю, как это работает. Итак, мы прицепили наш багажник на велосипед, мини-багажник, да, вот он здесь. Сейчас будем проверять, как это все работает. Во-первых, как мы его монтировали. Значит, в принципе, тут только два ремешка, один передний, вот он. Вот, я закрепил здесь, зафиксировал багажник. И один внизу. А по поводу того, что внизу. Дело в том, что у меня рама такого образца, что я не могу продеть сразу через две рамы этот ремешок. То есть, смотрите, его максимальная длина, она ограничена. Вот, вот его длина. На великах нового образца рама более близко идет, рамы более близки между собой. И это можно провести через две рамы и зафиксировать. Да, где-то здесь, там, ну, тут. У меня такого нету. Мне придется, то есть тут я не достану и нету смысла. Мне надо фиксировать за одну. Поэтому что я делаю? Вот внизу крепление. Я в него продеваю, затягиваю, ну не особо сильно, но нормально так затягиваю, близко. А потом обворачиваю вокруг вот так, там переворачиваю и фиксирую. То есть в идеале это вот так. Вот затянул, провернул, здесь перевернул липучкой. Раз, зафиксировал. Ну, в принципе, с двух сторон оно держится. Замечаний нет никаких. Сейчас как раз был дождь, и будет видно, работала ли защита от дождя. Ну, ясно, что вот это вот кожзам, он не промокает. Это промокнет, если будет сильный дождь. Но у меня он был долгий, но не сильный. И мы сейчас посмотрим, до чего мы тут дошли. Итак. Открываем кармашек. Здесь все сухое. Ну, нигде нету капель, ничего. То есть мелкий дождь. Оно переживает. Вот. То есть может затечь вода только здесь. Здесь все сделано так, что это будет вряд ли. Теперь по поводу крепления. Ну, здесь то же самое. Вот. Тоже дождя ничего не попало. Такой же кармашек. Теперь разберемся с самим непосредственно креплением для телефона. Ну, как оно крепится, я уже показывал. Вот, все довольно просто. Здесь у нас есть замочки. Телефон сюда вкладывается. Вот замочки есть, телефон сюда вкладывается. Ну, нечего тут особо рассказывать, да?
фиксируется, то, что он не упадет и зафиксирован, это точно. Вот еще липучка довольно хорошего качества. Остается только один вопрос. Работает ли сенсор? Проверяем. Вот, ну, отблески, к сожалению, да. Если увидите, работает, да. Вот мой Google Now. Показывает какую-то температуру неизвестного пункта. Вот. Пролистывается, тут новости у нас. Главный экран, все листается, все работает. То есть я лично проблем с ним не вижу. Это все работает, все очень и очень функционально. Видели, у меня тут немножко первый раз как будто вот не сработало, но сейчас сработало. Палец просто в пластыре. Если это делать так, то вот. А какой вывод? Вы должны понимать, что эта штука не самого высокого качества. То есть, конечно, нормальные швы, там все остальное, но где-то какие-то нюансы есть. Это Rochefield. Это все же таки не топ-бренд, это не Rock Bros даже тот же самый и так далее. Но как крепление на велик, функциональное с двумя карманами и сенсорным, скажем так, сенсорной защитой для телефона, с пленкой, которая работает, это очень и очень неплохой вариант. Но будьте готовы, что вот где-то здесь, где вы открыли, где-то может торчать материал. У меня тут торчал кусочек материала, вот, и мешало закрывать зиппер. И мне пришлось его подрезать, чуть зажигалочкой там подкорректировать, да? Вот. Ну, это Rochefield, да, еще раз повторяюсь. Тут может такое быть, это не критично. Все-таки вы платите всего лишь 6, 7 или 5 долларов. Ну что ж, вот такая вот штука. Так это все у нас выглядит. Gear Best, the best. Всего хорошего. До свидания.